добрый вечер. Оказывается, есть места, где можно остаться за ничего, да, бесплатно. Городок такой, Лумсден, он по дороге как раз находится в горы, ну, туда, куда все едут, и я думаю, все эти люди туда и едут. И да, есть местечко, старая железнодорожная станция, вот, кстати, вагончик за мной с паровозиком, и тут может остаться любой, да, если, ну, не в палатке. Не надо обязательно машину, где у тебя там туалет, душ и джакузи и так далее. Простая машина, как у меня, как у любого другого. Оставайся сколько хочешь. Есть общественный туалет, есть место, где помыть посуду. Ну, все нормально, и никто не буянит, никто ничего не ломает, никто ничего не разбивает. Не понимаю, почему в Новой Зеландии так мало таких мест, потому что все культуральные люди, и там, если, не знаю, один попадается из 100 дебил, но это попадается в любом случае. Так что да, теперь надо идти спать, уже темновато, там реально пару людей только сейчас тусуют, кушают, пойдут спать. Да, и завтра надо стараться одному из первых отсюда съебаться, потому что, да, кто первый просыпается, тот получает получше место и побольше может посмотреть в следующий день. С ногой все более-менее в порядке, да. Так что, думаю, завтра походим.